Страна готовится отметить День России. В центральной части городов традиционно пройдут праздничные мероприятия, твердие исключения. Город-администрация уже сообщила о введении ограничений на проезд и парковку транспорта. Так полностью закрыта театральная площадь с 8 часов вечера во вторник и до наступления 13 июня с 9 до 20 часов 11 июня и до окончания мероприятия 13 июня будет прекращено движение и парковка всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности на театральной площади. С 9 вечера ограничения на парковку введут на отдельных участках улиц Чернышевского, Семеновской, Желябова, Староворобьевской, воробьёвской Салтыкова-Щедрина, Бассейной, Академика Каргина. С 7 утра 12 июня там же будет запрещен и проезд. Кроме того, на 12 июня с 6 утра будут частично закрыты улицы Спартака, Софьи Перовской, Советская, Старый мост и Волжский проезд.